Всем привет! Сегодня у нас просто огромная посылочка. Здесь у нас RC-машинка. Все, ну многие давно уже спрашивали, когда будет RC-машина. Вот она и приехала. Одна из RC-машин, которая планируется у нас этим летом. Итак, давайте скрывать. Здесь нарисована, конечно же, другая модель. Так. Ну и, конечно же, но почему-то другая нарисована. Здесь надо отрезать и так вот здесь. И вот она, наша модель полноприводная. Так, оп, вытащил коробочку. Есть. Опа, смотрите, пупырышки. Не пупырышки даже, а какие-то эти. О, машинка была не прикреплена. Хотя была, кстати, стяжка, но почему-то была оторвана. Ну да ладно. Так, давайте я сейчас вытащу, что там есть еще интересного у нас. И мы продолжим. Итак, давайте смотреть, что же нам пришло. Моделька, насколько я помню, сейчас, секунду. Модель, значит, у нас 16 масштаба. Аппаратурка с триммером руля. Колесико вообще очень-очень неприятное такое пластиковое. Кнопочка включения-выключения. Какие-то лампочки якобы. Курок газа. Вроде нормально работает. Реверс. Так, работает все, наверное, от 4 батареек. Да, 4 батарейки формата 2А. Так. Ну, в общем, пульт на самом деле. Вот, какие-то светящиеся диоды здесь у нас есть. Наверное, вот эта кнопочка, это для них. В общем, пульт на самом деле, ну, как для первой модели, самое то. Так, у нас есть наклеечки. Ух ты, ничего себе, отвертку даже положили. Интересно, откуда все выложилось. Так, инструкция китайско-английская, я ее даже открывать не буду. Убираем. Наклеечки. Проставки под амортизаторы. В наборе уже есть диф. Диф пластиковый, видать. Они пластиковые и будут очень хорошо стираться. Есть какая-то качалочка небольшая. Запасные клипсы, кстати, это очень хорошо. Есть кулак. Ну и всякая мелочь еще. И плюс баллонник. Также еще у нас идет вот такая шестигранная отверточка. И просто шестигранник. И вот он, сам наш такой монстр. Резина твердая, сразу хочу сказать. Так, вся корка у нас в пленке транспортировочной. Так, ух ты, как тут все. Смотрите, такие у нас маленькие амортизаторы. Сделано все наподобие саммита. Пружинящий бампер. Сзади у нас такой нано-бампер. Привода у нас железные, но стаканы пластиковые, все пластиковое. Так, сервочка у нас, вот она. Маленькая такая, вот что-то там написано на ней. Ну, не то, что она не влаг защищенная или сколько килограмм на ней не написано. Так, это у нас, как мы видим, коллекторный движок. Так, давайте посмотрим, что за аккумулятор у нас здесь стоит. О, тут два аккумулятора, что ли? А, нет, один аккумулятор. Сейчас мы отсоединим
один аккумулятор на 1500 мА, литий-ионный. В общем, здесь две батареечки у нас скреплены в такой аккумулятор. Так, отложим. С другой стороны у нас вот такой вот передатчик, в который воткнуто все подряд. Он и регулятор, и передатчик одновременно. Так, кладем его обратно. Так. Чтобы он не вываливался. Опа. Есть. В общем, вот такая модель. Чем-то копирует Summit. Но на деле это у нас не Summit. Так. Давайте сейчас я сниму вот эту защитную пленочку, приклею наклеечки и посмотрим, как будет выглядеть корка уже в готовом виде. Итак, я уже обклеил нашу корочку. Появились надписи, окошки. Сзади у нас появились фары, вот это окошко и вот эта штука какая-то. В общем, выглядит все вот таким образом. Так, ставим все на место. Вот так вот реально выглядит как Summit 16 масштаба. Ну, давайте выйдем на улицу, посмотрим, как этот Summit 16 масштаба будет ездить. На мой взгляд, это довольно-таки неплохой вариант для первого автомобиля версии модели. Проходимость у него довольно-таки хорошая. Вот погоняли по полю, поносились по дорожкам. В общем, везде он проезжает. Также из-за того, что у него стоит коллекторный движок, он может двигаться медленно и, в общем-то, копирует Summit, да, который может и по грязи, и просто погонять. Да? В общем-то, коллекторный двигатель у нас не боится влаги, то есть можно заливать его. Единственное, я не проверял регулятор с передатчиком. Вот их, наверное, надо будет загерметить. Ну а в целом автомобиль мне понравился.